Во дворце спорта молодежи состоялся спортивный фестиваль «Калейдоскоп». В нем приняли участие 23 семьи со всего Орехово-Зуевского района. Участникам нужно было преодолеть полосу препятствий, водную эстафету и поучаствовать в творческих мастер-классах. Перепрыгивать, пролезать, бегать, кататься на самокате. Для детей это будни, а вот взрослым пришлось вспомнить детство. Юристы, менеджеры, экономисты и учителя. Это они на работе ходят в строгих костюмах и решают профессиональные задачи. На полосе препятствий им пришлось думать только о том, как быстрее пройти дистанцию, при этом не получив травм. В детских садах и школах, конечно, спорту уделяется большое внимание. Но главное, когда ребенок видит, что и спортом занимается, и его семья. Это большое, конечно, развитие. Это и влияние по борьбе с пьянством, с курением, с наркоманией. Так что спорт – это сегодня в нашем районе номер один. Девиз «Главное не победа, а участие» – это о семейном фестивале «Калейдоскоп». В этих соревнованиях не важен результат. Главное для семей – это возможность весело вместе провести время. Часто мы приводим кого-нибудь время вместе. Ну, стараемся по выходным это делать, только по выходным получается. А благодаря нашему спорткомплексу мы проводим на катке время. Вот, гуляем здесь. На плаву не ходим, да. Второй этап соревнований – эстафета в бассейне. Каждому члену семьи нужно было проплыть от бортика до бортика. Стиль вольный. Единственное условие – мама и папа должны были надеть специальные пояса, которые затрудняли движение в воде. Мы как бы любим принимать участие в таких мероприятиях. Мы недавно ездили в Полпосад, тоже такие же мероприятия были. Мы участвовали, заняли там 4-е место. Конечно, хотелось бы, чтобы их было побольше и почаще. Можно даже теперь к Новому году провести такие соревнования. Просто такие соревнования сплочают семью. И мама, и папа, и ребенок все вместе. Это, конечно, весело. Еще один этап семейных соревнований – творческий. В фойе работали сразу несколько площадок. Дети могли сделать подарок маме своими руками. Замечательное мероприятие. Мы с удовольствием, руками, ногами всегда за. У нас, вот, конечно, по части спорта больше муж, хоккей, все остальное, лыжи. Ну, мы как-то так стараемся где-то сбоку поддерживаем. Не у телевизора тоже не лежим. Все, кто не принимал участие в основных этапах конкурса, мог поучаствовать в кулинарном мастер-классе. Маленькие повара готовили пиццу для мам и пап. Праздник длился целый день. И хотя в семейных эстафетах все же были названы чемпионы, ими стали семьи Кирилловых, Шанины, Матвеевы, Шуйские и Кружковы. Победителями можно было назвать всех, ведь главная награда – это радость и улыбки близких людей.